В Венгрии тысячи родителей не пустили детей в школу в знак протеста против политики правительства страны в области образования. Они жалуются на большое количество ненужной информации, которая мешает детям получать необходимые и глубокие знания. Преподаватели возмущаются засилием бюрократии. В последние 3 года после образовательной реформы им приходится заполнять множество бумаг вместо того, чтобы уделять время самому учебному процессу. Если в течение 2 недель не будут приняты меры, организаторы протеста планируют устроить новые митинги.